Бабо. Ребята, прикиньте, бабка и дедок решили устроить у себя дома диско-пати. Я, конечно же, пойду и посмотрю, что они там за вечеринку устраивают. Кстати, зацените мой прикидик. Думаю, будет само то. Но я очень надеюсь. Как вы считаете? Напишите в комментах. И перед тем, как мы начнем, по традиции, в этом видосике я спрятал 4 пасхалки в виде диско-шара. Вот такого. Попробуй их найти. И напиши тайм-код в комментариях. И, конечно же, подпишись на мой канал, если ты не сделал этого раньше. Жмяк, и все готово! А сейчас хватай вкусняшки! И мы погнали! Фух, наконец-то добрался к бабке и дедку! Воу, ничего себе! Я вообще туда пришел, а? Только посмотрите на их дом! Он так поменялся! Кстати, не только дом! Welcome, my лучший клуб! Йоу-йоу! Тьфу ты, блин! Бабка, зачем ж так орать? Покажи приглашение, чувак! Вот оно! Окей, а сейчас надо пройти фейс-контроль! Перед тем, как войдешь в клуб, охранник тебе в этом поможет, чувак! Чувак! Ба! Я все понял! Только так уже никто не говорит! Лет 20! Ну что, давайте заценим этот клубешник! Кстати, говорят, что он лучше! Да тут вообще капец! Ничего не узнать! Смотрите, машинка вся в стразах! Эй, зачем мост поднимать-то, а? Вы что, больше никого не ждете, что ли? Или все уже пришли? Какая-то странная вечеринка намечается! Ладно, го вовнутрь, и там все узнаем! Кстати, бабка там что-то говорила про фейс-контроль? А где его проходить, а? О, смотрите, даже коврик «Добро пожаловать» постелили! Прям не хозяева, а сплошная гостеприимность. А ну покажись. Ого, а вот и фейс-контроль. И ты прошел его. Чего? Ну ничего себе у них фейс-контроль. Если дедок так собирается пропускать всех, то навряд ли к ним кто-то придет на вечеринку. Вот интересно, а прошел бы дедок сам у себя свой фейс-контроль? Надо подумать. Ребят, как вы думаете? Напишите в комментах. Вот он, походу, одел на себя все самое лучшее, что в шкафу было. Видно, готовился. Стиляга, блин. Но выглядит он очень прикольно. А сейчас давайте проведаем Юрика. Он тоже должен готовиться к вечеринке. Приветики. А ты чего не одет? Давай собирайся. Я оставлю решетку открытой. А мы гупа. Посмотрим, что тут дедок с бабкой сделали. Как тут ярко! Ну, прям настоящая дискотека! Самая настоящая дискотека века! Ого, бабуль! Какой у тебя прикид крутой! Платится ютубчик и очки такие крутые! Какая я тебе бабуля! Я МС Старба! Как скажешь, МС Старуха! Что ты там сказал? А ну-ка выходи! Я вызываю тебя на рэп-баттл! А где будет это рэп-баттл? На огороде, что ли? Струсил! Я непобедима! Да уж, сегодня бы это изменится. О, смотрите, а вот это автор мода. Ребят, спасибо, мод крутой. Все, погнали дальше. Ух ты, этот дом прям очень похорошел. Такой красочный, но настоящий клубешник. Ладно, погнали закинем в лифт вещи. Гоу! Поднимите ваши руки громче и руки выше, я сказала. Ба, тебе надо слух проверить или точнее зрение. Ха-ха, тут ведь никого нет, только ты, да я, да мы с тобой. Я вообще-то тренируюсь, давай на тебе попробую. А, небо, у меня дела, пока, ха-ха. Так, что тут у нас? Упс. Ты куда? Дискотека сейчас начнется. Только что-то музыку я не слышу. Вот, блин. А я думаю, что же я забыла? Где-то пластинка у меня была. Ща поищу. Ха-ха. Ба, из тебя МС, как из меня летчик. Так что спускайся на землю. Ха-ха. Но зато нарядилась прикольненько. Так, надо получше будет их рассмотреть. А то мы только ботинки бабки вблизи видели, когда под кроватью сидели. Ау, тусовщики, где все-то? Выходите, давайте тачить. Наконец-то, а я думал, ты не предложишь. Вызываю тебя на баттл. Да что вы все заладили, баттл, баттл. Дедок, а я-то думаю, чего ты там все перед радио танчил постоянно? А это, оказывается, ты готовился, и твой звездный час настал. Да уж, дедку надо было стать танцором, а не охранником. Стал бы супер-пупер звездой. Вот это у них прикольная вентиляция такая в клубешнике. Оригинально, что тут скажешь? Ну, хорошо, что хоть такая. О, смотрите, бабка воздухом вышла подышать. И что она там бубнит? Йоу, я тебя съем на обед, а то кушать у нас нет. Ба, это ты так к рэп-баттлу готовишься? Да, стой там, ща я тебя сделаю. Нет, бабуль, ты уже подготовилась? Слышу, панчи там напридумывала. А я должен буду что, импровизировать? Нет. Ты давай-ка поднимайся, а мы пока спустимся вниз, походим там по двору и себе что-нибудь посочиняем.
Вот как же мне нравится мой новый танец! Я всех сражу на повал, только я переживаю! Так отдохни, дедок, а мы наконец тебя рассмотрим! Ничего себе! Где ж ты такие адики выцепил-то, а? И худи огонек, на картонка-то похоже! Только вот что-то так отванивает, а? Ух, дедуль, я вот думаю, что тебе нужно освежиться! А то такое впечатление, что ты в этом костюме уже целую неделю гоняешь, не снимая его! Да еще походу танчишь! Вот это он занырнул! Профессионал прям! Ну что тут скажешь? Все готово! А теперь нам пора найти и рассмотреть нашу бабку! Гоу! Эй, чувак, а где наш секьюрити? Чего? Окей, бро, поняла. Ой, бабка, я не могу. Ты что, хочешь, чтобы я живот от смеха надорвал? Какой еще секьюрити? Может, секьюрити? Ха-ха. А лучше просто охранник. Он там, во дворе отдыхает. Ты пока вздремни, а то на дискотеку нужны силы. Так что набирайся. А мы пока гоу птички наведаемся. Ничего себе, пернатый. И ты круто выглядишь. Ну что, готов к супервечеринке? Кар. Готов. И ты прошел поиск. Контроль. Ха-ха! А кстати, это меня дедок так научил! Своему методу пропуска в клуб! Прикольно, да? Ладно, погнали дальше! Эй, дискотека! Дискотека века! О, дедок уже запел! Ой, ты ничего не видел! Лови его, бабка! С удовольствием! Да капец! Да уж, дедок все это время так старался, хотел поразить всех своим танцем. А может и песни еще? Кто его знает? И сейчас боится все это показывать. Я думал, он посмелее-то будет. Вот интересно посмотреть, что он подготовил-то, а? Или он специально не хочет нам с бабкой что-то показывать? Ладно, давайте возьмем доску и гоу наверх. Нам еще много чего надо сделать. Если хочешь увидеть танец деда, то нужно сделать супер-пупер пирожки, рожки, калашки, йоу-йоу. Йоу! Ха-ха! Бабка, смотри, ты до сих пор к батлу готовишься! Не буду тебе мешать! Такс, мы почти все сделали. Теперь можно? Нельзя! Ба! И без тебя разберусь, что можно, а что нельзя. Так что цыц, гоу занесем этого крутого мишку с Линди и заодно посмотрим на нее, как она принарядилась. Ух ты! Какая крутая комната! А кроватка? Вообще класс! Приветики! Привет, Линди! И ты на стиле? Ну, а чечи крутые! Ты, видно, уже готова зажигать! Бабка уже там все подготовила! Гоу тусить! Почти все! Ага! Я скоро буду! А что значит почти? Ну да ладно, скоро увидимся! Эй, чувак, угадай, кому я приглашение разослала! Может, Роду? Не угадал! Ну тогда близнецам? Опять мимо! Соседям, что ли? Да-да-да! Скажи, круто! Да, только у нас их нет! Ха-ха-ха! Давайте уже начинать тусу, наконец! Эй, а я-то тут при чем? Да уж, а вот соседей же у них нет, значит, на вечеринке будем только мы. Вот у меня такое ощущение, что вечеринка уже давным-давно началась. И дедок, смотрю, разошелся. Нужно выбираться отсюда, пока эти тусовщики не придумали меня тут навсегда оставить. Гоу! Чего шатаешься без дела? Иди гостей встречай! Эй, перестань палить-то, а? Я уже фейс-контроль проходил! Ха-ха! Побереги патроны для гостей, дед! Валим отсюда! Дед, вставай! Мои супер-гифно-пирожки готовы! Чего? Приляг, ба! Ты, походу, перетусила уже! Что за пирожки-то, а? Ох, вкусненькие они! Сама бы ела и ела! Так, может, тебе принести сюда-то, а? Будешь их тут есть? А то на кухне я тебя навряд ли дотащу! Сейчас бегаю! Стой! Иди попробуй пирожок, а то я все съем! Спасибо за предложение, дедок, но я не хочу. Да и тебе больше будет. Бабка, он не хочет есть твои пирожки. Что делать? Я в коем-то веке что-то приготовила. Ты все равно останешься с нами. Это вообще-то в мои планы не входило. А вот в мои планы это входит, так что тут останешься. Уйди, дед. Эй, это какие еще такие планы? Я всех соберу у себя на дискотечке и оставлю тут навсегда при помощи своих пирожков. Они забудут о времени и будут со мной тусить вечно. Да уж, ба, у тебя, походу, крыша поехала. Хорошо, что я их не попробовал. Ничего, ты и так останешься с нами навсегда. Ха-ха-ха. Нет уж, я убегу и расскажу всем, чтоб к вам не приходили. Не расскажешь, я тебя ща поймаю и оставлю тут, понял, чувак? Так зачем это тебе, чувиха? Ха-ха.
чтобы все видели, что мы молодые и полны сил, и дружили с нами, то сели всегда. Понятно теперь? Ну вот сейчас все понятно. Только вам с детком придется содержать целую кучу народа у себя дома. Хорошо подумай, ба. Да уж, вот это план бабка придумала. Как обычно, выдумает что-то. Хоть стой, хоть падай. Так, ща откроем ворота и го отсюда. Потусили мы уже тут достаточно. Гоу! Не гоу, топай в столовую. Я тебе пирожок приберегла. Вот блин, дорогу еще перегородила. Ладно, закроем дверь и попробуем ее чем-то отвлечь. И быстренько проскользнуть на улицу. О, бревно! Может, им получится замедлить нашу тусовщицу? Ну где ты там лазишь? Времени совсем нет. А, уже тут? Садись за стол. Лови бревно, ба! Будет тебе новая бита. Нет, ты меня не проведешь. Ты никуда отсюда не денешься. Ха-ха-ха! А как тебе такой прием, ба? Ха-ха! Валим отсюда! А куда это ты собрался? Иди-ка сюда! Ха-ха-ха-ха-ха! Да блин! Ребята, нам надо срочно валить отсюда. Давайте тихонечко постараемся выскочить на улицу. Гоу! Ну все, потусили мы клево. Пора идти домой отдыхать. Погнали! Вот блин, опять сбежал. Куда ты, дед, вообще смотрел? Я никуда, я танчил. Танцор, блин. А где вечеринка-то? Закончилась уже. Ты бы еще через 3 дня пришла. Ребят, ну как вам вечеринка у бабки и детка? Мне понравилось, прикольно повеселились. И конечно же, если тебе понравился этот видосик, то прямо сейчас ставь лайкосик. А сейчас время ваших комментариев. Спасибки, мои хорошие, за ваши комменты. Я это очень ценю. А на сегодня все. Всем пока-пока. До следующего видосика. Погнали танчить вместе со мной. Давай-давай. Не жалейте.